Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы играем в «Как достать соседа 2», которая вышла на iOS и Android. Как мы видим, здесь менюшка такая же, точно как и в первой части, которую мы играли недавно на Android. Играю я на эмуляторе Nox, кстати, но здесь просто Neighbors from Hell, без 2, без всего, как будто это та же самая игра, просто обе части в одну игру объединены, но нет. Это именно вторая часть. Менюшку поскупились, видимо, тут сделать. Не знаю, зачем так сделали, но, в общем, это «Как достать соседа 2». Как мы видим, открыты у нас все уровни. И скрытность недоступна на каждом уровне будет написано, что, ну, действительно, как будто в одну игру объединили, но на самом деле это не так. Все на борт. Короче, давайте начинать. Не будем мудрить. В 2017 году и та игра вышла. Такой же тут интерфейс, разве что кнопка вот эта вот у нас недоступна. И вот это обучение выглядит, вот находится здесь, ну прям как действительно в первой части. Звук отстает местами, Ольга почему-то стоит немного выше, чем нужно. Короче, неприятно немного у нас в этом деле становится. Ну и еще есть одно неприятное усложнение. Это то, что здесь одна жизнь всего, никаких трех жизней здесь нет. Их сделать что-то поскупились. Собственно говоря, сразу же делаем первую пакость. Ну, по лестнице он, кстати, по ступенькам он поднимается быстро достаточно. Наш будет, действительно. Так, теперь, короче, также вот этой кнопкой можно смотреть, на какие предметы можно нажимать и пакости делать на них. Так, ну и мини-игра нас, конечно же, такая ждет. Здесь надо держать предмет с помощью пальца. В принципе, здесь сложного ничего нету. Используем перочинный ножик, конечно же. Ну, чё не используешь? Текст иногда немножко вылезает за рамочки. Немного, это не очень-то приятно выглядит. Шрифт не очень подходящий просто. Вы это видите? Чё там с Вуди происходит? Штырит его, по-моему, там. О, все, перестало штырить его наконец-то. Да, что-то... Да, в этой игре багов довольно немало. Ольга стоит действительно выше, чем нужно. Не касается земли, как будто реально. Звук отстает. Короче, действительно, лучше играть, конечно, в версию для ПК. Но, тем не менее, ой, и он сразу же появляется прям тут. Не выбегает отсюда. Короче, тоже не прикольно это. В этом плане даже версия для DS лучше немного, чем это. А DS-версию мы недавно, кстати, тоже проходили. Thank you.
спагетти. Собственно, давайте досматривать последнюю нашу пакость. Кубок получили, замечательно. Опять этот синий экранчик что-то у нас появляется. Так, тайное присутствие, второй уровень. Несмотря на то, что в этой игре баги такие, недоделки, тем не менее, я считаю, что все же хорошо, что она есть. Это лучше, чем если бы ее не было вообще на телефонах-то. Много людей, и я в том числе, хотели, чтобы она была на смартфонах, на планшетах. До 2017 года она была доступна только для ПК. Ну и консоли, в которые я вообще тогда не мог себе позволить поиграть. У меня тогда не было подходящего компьютера. У меня был старый ноутбук, на котором эмулятор Dolphin работал, но очень медленно, с очень большими тормозами. А когда ноутбук у меня вообще там ослабел. А ну стой, вернись. Все, я проиграл. Это неудобно. Грабли такие мелкие, пальцем не всегда попадешь. Попробуем еще раз. Я еще забыл водоросли сразу применить туда. И вообще, наверное, стоит лучше оттуда начинать. Кстати, в настройках, я надеюсь, у меня что-то... А, что-то пакостях не отключен, слава богу. А то он бы нам бы сильно бы прям мешал. Тростничок я теперь забыл взять. Ну что за неприятность? Что за неприятность? Когда ноутбук у меня, короче, был вообще там ослабевший. Из-за большого количества приложений, видимо. Может, там и вирусы там тоже вроде как были. Там вообще, если... Когда начинаются прям дикие просадки FPS, это было на уровнях второй части в основном. Там вообще мог аж синий экран смерти у меня вылезал, помню, на ноутбуке моем. Ну, отлично. Успел. Вот реально, настолько у меня слабый ноутбук был, что вот на китайском каком-то уровне играю, сильные просадки начинаются и экран смерти синий вылезает. Настолько компьютер не может справиться с эмулятором. Но, слава богу, в 2018 году у меня появился компьютер помощнее. Деньги копил. Теперь нормальный компьютер имеется. Да, вы сами все видели своими глазами, насколько это некрасиво выглядело сейчас. Из-за интерфейса не все видно хорошо вот здесь. Там я уже через какое-то время нашел нормальную версию Dolphin, которая не лагает на моем компьютере, по крайней мере. И уже спокойно наслаждался консольной версией. Слово, ноутбук этот все еще у нас есть, он сейчас в деревне у нас стоит.
Я, кстати, делал как-то обзор на то, как я устанавливал Windows 10 на старый ноутбук, но это не тот ноутбук, о котором я говорил сейчас только что. Этот тот ноутбук был еще старее. Тот ноутбук, на который я Windows 7 на видео ставил, он еще старее и еще слабее. Он даже GTA San Andreas не тянет. Ну да, даже. Я клоню к тому, что тот ноутбук, который мой, он тянул GTA San Andreas. А тот не может. Так, ну начнем, естественно, отсюда. Здесь, кстати, в этой версии почему-то он идет сюда, вот через, вот отсюда зачем-то. Они тут. В ПК-версии и в других версиях он по этой лестнице шел всегда. Это немного странно как-то. Делаем так. Так, собственно, намазал на жопу на себе очень острую, приострую бумагу. Сейчас смотрим, как он будет резать себе арбуз, а затем велосипед. Кстати, интересный факт такой я вот вспомнил. Когда-то давно, до выхода этой версии, Social Media Live Production занималась разработкой Kaido Tsutsisada 2 на мобильные устройства. Даже, я помню, показывали они скриншоты этой версии. Но естественно, после того, как вышли и первая, и вторая часть на андроиде THQ Nordic, они отменили релиз своей игры, естественно, и, наверное, правильно сделали. Я думаю, ихняя версия была бы отстойная вообще. Они сделали Вуди возвращается для мобильных устройств, и в такое говно никому вообще не советую играть. Я показывал эту версию в видео, которое называется Disney Social Media Life Production. И это вообще, это просто какая-то хрень просто. Как в такое можно играть, я не понимаю. Так что и когда Седа 2 ихняя на андроиде наверняка была бы таким же отстоем, в которые не стоило бы играть. Куда пошел, блин? Начнем, пожалуй, пакостить.
Фух, так, опять они стоят немного выше, чем нужно. В этой версии, короче, все-таки чувствуется халтура. Посмотрим сначала, а потом сделаем пакость, собственно. Отлично. Теперь смотрим, что здесь будет. Друг этот что-то сильно много вопросов задает. Андрей этот, с которым я Майнкрафт снимаю, вообще просит, чтобы я вот сейчас после съемки этого видео подошел к нему там с ремонтом дома, помог ему немного сейчас. Во сколько я ему говорил, во сколько приду, еще теперь спрашивает, во сколько будешь собираться. Короче, очень много вопросов задает. Прям все надо ему, блин. Так. У меня такое ощущение, кстати, что мы эту версию пройдем быстрее, чем обычную версию для ПК. Потому что тут, во-первых, и персонаж двигается-то быстрее. Ну, как минимум из-за этого. А здесь анимации... И здесь анимация, как будто он шкаф тут вскрывает. С первого уровня. Тоже халтурчик у нас тут наблюдается. Так, я надеюсь, можно будет спуститься, когда он на лыжи пойдет. Давайте попробуем, но я что-то не уверен. А, можно, можно. Все можно в этом мире. Отлично. И начнем, пожалуй, с яйца. Велосипедная камера теперь. Так. Теперь делаем так. Вот так. И вот так. Давай, отличного этого катание.
Еще говорит, блин, Андрей тут говорит, знаешь, где у нас тут этот гараж, как там с дороги по тротуару спускаться. Я говорю, естественно, я в прошлый раз так к тебе и пришел, забыл, что ли? Да. В прошлый раз так к нему я и приходил, блин. Раз велосипедную камеру взять мы не можем. Что-то он, по-моему, упал до того, как ракета вообще вылетела за край экрана вообще. Тоже как-то некрасиво это. А здесь что-то до кубка не добрались. Ну и пофигу на самом деле. Мы за этим особо-то не гонимся. Точно в яблочко. Всего за 22 минуты прошли Китай. С игрушками, спортивную сумочку, подушку-пердушку, собственно, ну, давай, и спрятаться. Хорошо, что хоть вот эта вот плашка, она прозрачная, а то это вообще полный отстой бы был, ничего видно бы не было. Сосед тоже передвигается вроде быстрее. Что-то за пределы круга там немного видно полосочку. Тоже как-то не очень-то по нраву на это смотреть было. Не коврик. Вот так. Куда? Твою ж мать, ну вот кто знал, что он по этой стороне пойдет? Ладно. Ну ладно. Запомним тогда, что нельзя тут ходить. Непредсказуемая игра еще, короче, местами. Ну, давай, ну давай, ставься. Фигня.
Давай. Быстрее уже. Может, коврик этот сразу положить? А, нет. Не. Пока точное нажатие произойдет, долгое время пройдет, наверное. А зачем я прячу все? Я же забыл, что он тут пойдет. Судя по картинке, мамаше нужна любовь к самой себе, блин. Ну, нормально так вообще, да? Так, ну и самое веселенькое у нас тут. Наверное. Силы игры и законы физики, которые работают не сразу, потому что штанга какое-то время в воздухе еще висит у него. Опять не 100%, ну и фиг с ним. Маменькин сынок. Индия пошла у нас. Чипсы. Крабика берем одного. Опять анимация такая же, как у шкафчика этого без первого уровня. Чего же халтурим-то, а? Зачем так? А еще, кстати, у мальчика на футболке нету логотипа Джувут. Видимо, потому что эта версия уже была создана не Джувудами, а отличкой Нордик, поэтому они решили, чтобы Джувут и следа как бы в этой игре... Ну, как следа, упоминаний и не было уже. Кстати, забавная деталь. Я что-то раньше не замечал ее. Не рискну. Вот сейчас пора.
Крабик один. Как же дергается предмет этот только. Посмотреть нельзя, что ли? Так, давай. Сейчас пакость мощная у нас будет. Тройная пакость. Вы видите это? И вот это тоже. Короче, сосед, видимо, еще медитирует и заставляет еще один ковер, который лежал сверху на день, подниматься в воздух. Сосед у нас еще и фокусник. Пфф, капец какой-то. Ну что это за баги, а? Такие. Так, отлично, первый индийский уровень пройден. Теперь над облаками. Тадж-Махал, который, как я всегда говорил, у нас это никакой не Тадж-Махал, а вообще фиг знает, что вообще. Потому что на Тадж-Махал-то он не похож совсем. Ну бери, чё встал-то? Как всегда, нам на мыши две нужно. Куда пошел? А ну подожди. Вторая мышь. Отлично.
Так. Связываем собакину. Зачем на привязи-то и сидеть? Свободу животным! Ну ладно, не, на самом деле не всем надо это. Что-то там, я не могу это прочитать до конца. Так, ну и последние пакости наверху. Заметили, да, сосед у нас даже не успевает показать свой нервный срыв до конца, как нам уже победу дают. Большие амбиции у нас дальше идут. Пока что все как по маслу у нас идет. И надеюсь, так будет и дальше. Цветы-то, кстати, не такие, по-моему, как мы там собрали. Ну, корови, давай быстрее, блин. Фу, гадость какая. Хорошо, что она тут исчезает. В Neighbors Backroom Hill она и не исчезает. Лепешка это корови. Ну, в Android-версии исчезает. А, то это был единственный вообще косяк, который в Android-версии исправили. А все остальное в Android-версии, в мобильных версиях все так и осталось. Это не прикольно, конечно, совсем. Так, давай.
Так, все пакости вроде готовы. Куда ж ты пошел, дебил? Сосед у нас реально бессмертный, как абсолютно. Ничто его не может убить. Помню, как-то в группах, пока до соседа, что ли, спрашивали, а почему... Вот Вуди пакостит соседа. Почему нельзя убить соседа? Ну, он говорит, слишком жестко. Ну, действительно. Я считаю, что это действительно не дает права убить человека. Во-вторых, какое бы веселье... Это не принесло бы веселья от без пакости над этим всем. Ну, а в-третьих, как вы уже сами заметили, как его можно убить? Его ничего не может убить. Он бессмертный. Совсем. Опять не до... без кубка, ну и ладно. Момент просветления. Давайте это пропускать, короче. Подожди, куда ты пошел-то? И в этом уровне он тоже, кстати, по-моему, по другому пути пойдет в какой-то момент. Так, не успел я сделать вот это дело. Так, я не хотел этого делать, но придется. Так, а теперь пора начинать пакостить. Во-первых, морского ежа кладем сначала. Берем из следующего. Это надо не забывать. Теперь делаем вот так. Ну. Только придется ждать, пока мамаша терит проснется, блин. И радовать это нас, конечно, не может. Ну ладно, наконец-то. Правда, после этого еще надо подождать немного, что тоже как-то не радует. Давай же быстрее уже, я жду тут уже давно сижу. Теперь надо дождаться, пока до соседа дойдет, в чем дело. А, нет, тут сосед по этой дорожке идет. Я думал, он тут пойдет. Что-то мне казалось, что он так ходит. Здесь. Может, я не так запомнил, либо он в старых версиях. В мобильной версии так ходил.
Ах, да, надо же вот так еще сделать. А еще придется подождать, пока мамаша проснется снова. И заснет потом снова. Потому что иначе я не смогу и вот это все сделать. А, нет, уже не получится никак. Не продуманный это момент, короче, немного. Ладно, придется ждать, к сожалению. Завершить уровень нельзя пока. Ждать не люблю я, конечно, так. Ну можно быстрее уже, а? Так, Индию прошли, направляемся в Мексику. Но сначала уровень на корабле соседа за борт. Баллончики берем сначала. Вот портрет и колбаску. Красная рожа у мамаши соседа. Ну иди, чего встал ты, дебил. Насад ты. Ну, а. Я уже думал, что-то не сработало, что ли. Я не успеваю отдать ребенку эту штуку. Но сейчас успею. Давай быстрее, иди, чего стоишь, блин. Вот, хорош. Что? Что? О, как я успел-то? Сосед у нас, короче, действительно непредсказуемый совсем. В этой версии может пойти вообще не в ту сторону.
А, еще один баллон с сжатым воздухом надо сделать. Все, все, пипец, я не успеваю. О, а как это? А как это он меня не увидел? Как это? Как это мне так повезло, а? Кто знает? Напишите в комментах. Как такое могло быть? Ну встал, чё, да? Нет, нет! Все, я тут проиграл. Но это реально бесит, когда сосед ходит не туда, куда надо бы мне. Ну чё стоишь? Иди, давай, выполняй то, что я тебе приказал. Таблетки, быстрее! А, она уже выходить собирала. И сосед куда-то пропал у нас. А теперь туалет куда-то пропал. Нет, баги, конечно, в этой игре офигенные. Тут я ничего не скажу. О, да. С этих багов, конечно, можно угорать сидеть. Куда ж ты пошел, дебил? Я тебе не приказывал туда идти. Похоже, лучше спрятаться там, я не успею туда никак сходить. Уже. Так, ну нет, я туда уже не пойду, я не успею это сделать, вот, вот точно. Придется ждать. Вот эти баги тоже мне не нравятся. Thank you.
Еще один телефон, звонящий сзади. Был только что. Так, Мексика у нас пошла. Собственно, надеюсь, у нас проблем с ней больших не будет. Хотя уровни в Мексике действительно очень сложные. Я пока туда идти не рискну я. Так, идем наверх. Берем вот это дело. Берем теперь вот это дело. И берем вот эти еще два дела. Так, уже часик у нас. Так, снова прячемся там. Потому что сделать пакости наверху уже я не успею никак. Что-то голос Ольги, по-моему, только что был. Тоже косяк какой-то ненормальный. Когда сосед выходит из воды, голос Ольги слышится. Это не прикольно вообще. Так, теперь рубинчики ставим. Ну, давай ставь, чего стоишь, блин. Придется ждать. Других вариантов нету. Что, рискнуть? Давайте попробуем. Блин, я так и думал. Вот я так и думал, что так будет сейчас. Здесь вот что-то я догадывался, что так будет. В оригинальной версии это для ПК, пока сосед прыгает, можно пройти мимо него, а здесь нельзя. Короче, непредсказуемо. Где-то можно мимо него пройти, где-то нет. И это действительно бесит, такая непредсказуемость. Мы и так сколько времени на этот уровень уже потратили. Сейчас заново придется все это делать, что ли? Ну, блин. Нет, я точно опоздаю к Андрею сегодня.
Ладно, понял. Больше нельзя, больше не будем спускаться вниз, пока сосед там находится. Вот заметили? Какого фига, когда он выходит из воды, голос Ольги слышится? Ну, чё стоишь? Ставь давай. Давай, давай быстрее, жду уже не дождусь его. Ты кинжал-то подрезал? А, надо подрезал. Давай, давай, беги быстрее. О, отлично. Ломик, ломик быстрее. Ай, да быстрее! А, я успел взять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, беги быстрее, дебил! Похоже, я не успею сделать эти пакости уже. Не-не, нет. Не продумано здесь это, не продумано совсем. Придется прятаться здесь и ждать, опять сидеть. Он дрыхнет всего 10 секунд. Ha ha ha.
он стоит прям на этой штуку, на этой штуке. На панели управления прям стоит. Чё ты встал? Делай. Отлично. А теперь стоим, ждем, когда он снова пойдет курить и на скамейке спать. Наконец-то опять без кубка, ну и фиг с ним. Еще два уровня у нас остается. Так, ешь и будь съеден. Может быть, с этим уровнем полегче будет немного. Надеюсь на это. Бери быстрее, чего стоишь. Термитов я набрать уже не успею. Но цемент... Цемент мы, пожалуй, уже можем поставить. С витами. Давай, давай, быстрее. Курочка, курочка где у меня? Вот курочка. Ну, ну, давай, чего стоишь? Так. Текила, супер-мега-текила. И перчик. Ну, давай перчик. Отлично. Ой, а зачем я еще один перец-то беру? Зачем? Так, надеюсь, я успею.
Так, я надеюсь, я успею термитов туда запихать. Вот чего я точно могу не успеть, это... Так, давайте руку ставим, тут и время не будем тянуть. Термитов я могу, короче, успеть поставить. И этих я тоже поставлю. Воткну гнездо осиное туда. Отлично, все готово. Чё мне тут опять пишут? Отлично, наконец-то уровень пройден. И остался финальный уровень, наконец-таки. Без паники. Ой, куда? Стой! Вот это да! Он... У нас персонаж ты должен появляться здесь, а не тут, по-моему. Ж мать, а ну что такое, а? Сколько ждать еще? Ну быстрее! Да фиг с ней, короче. Используем ковер. Так, давай, давай. Стреляй быстрее. И коврик используй свой быстрее тоже. Чую, с этим уровнем проблемы у нас могут быть. Надо не забывать, что здесь у нас только одна жизнь всего, и поэтому... Об этом... Короче, точно нельзя нам забывать. Так, используем осколок стекла. Осколок стекла, кстати, похож на силуэт молнии. Или силуэт электричества. Давайте уже быстрее, ё-моё.
Сейчас он спускается. Рыба куда-то исчезла и снова появилась. Ну, рыбу положить я не успею уже, придется ждать потом. Вот это что такое? Вот это что значит вообще? Сама Ольга-то не увидела, что мы рыбу положили туда. По-моему, кстати, в оригинале сосед к душу уже, когда если тут находился, что он шел по этой стороне. А может и нет. Может, я не помню. Ну тут хоть без бага. Мы это видим. А тут они немного что-то отошли от стола вот сюда. Типа такие, давай отойдем, порешаем, что сейчас. Так, используем тряпку. Ну, используем тряпку, я сказал. Нет, в оригинале он отсюда, по-моему, ушел. К душу. Действительно. В смысле, я на штурвал указал. Сосед куда-то пропал, и теперь снова душ пропал. Ну... Оказывается, за душем еще и иллюминатор находился. Такая вот версия для мобильных устройств, что поделать. Это просто смешно. И последняя пакость, я это запомню на всю жизнь. Наконец-то. Ну и, конечно, в этой версии, к сожалению, нет финального ролика. И игра, короче, тем не менее пройдена. Ну, короче, такая вот версия.
К сожалению, в ней очень сильно чувствуется халтура уже с самого начала, как только мы видим меню. Очень много багов. Некоторые из этих багов просто удив... от некоторых багов мы просто удивляемся. Прям вот реально. Но, тем не менее, хорошо, что эта версия есть на мобилках. Это лучше, чем если бы ее не было. Ну что ж, на сегодня все. В следующий раз будем играть Neighbors Back From Hell ремастер 2022 года. А пока что с вас только подписался. С меня эпичные видосы. Большое спасибо за просмотр. И подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, в группу ВКонтакте вступайте. И всем пока.